Проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве хватает, но с ними справятся. На заседании исполнительного комитета горсовета коммунальщики отчитались о подготовке к осенне-зимнему периоду. В этом году коммунальные службы при подготовке к осенне-зимнему периоду даже опережают график. Несмотря на задержки проплат в казначействе, сегодня фонд ЖКХ почти готов к зиме. Мы не ставили перед собой завдання зволікати на проблеми, які є в державі з казначейством. Тобто ми розуміємо, що люди спитають з нас, незалежно від того, яка є ситуація. Тобто ми повинні забезпечити житловий фонд до роботи в зимовий період. По состоянию на сегодня предприятиям выполнены работы по ремонту центрального отопления 83% от запланированного, что на 3% больше от прошлогодней статистики. Так, в принципе, по каждому мероприятию, которое проводилось, у нас в этом году идет опережение и графика, и процент выполнения более чем в 2012 году. Среди проблем уже наболевших – лифты. Сегодня 48% лифтового хозяйства требует замены, а эта сумма почти в 100 миллионов гривен. Городом сегодня разработана и подана в правительство программа о получении средств под госгарантию. Надеются на помощь государства и в ремонте кровель. Что касается ремонта покрив, тут сума, яка потрібна десь близько 80 мільйонів, я думаю, що це та програма, яку ми можемо за декілька років закрити через бюджетне фінансування з міського бюджету і субвенцій. Тобто я сьогодні бачу шлях вирішення проблеми покрівель і ліфтів, і поки що ми не маємо серйозного джерела для того, щоб здійснити капитальный ремонт житлового фонда. В любом случае, отмечают в горсовете, приоритет финансирования в будущем будет отдан ОСМД. Тем временем, в первую очередь, ремонтировать будут предаварийные лифты и кровли.